мальчики, всем большой привет, большое спасибо, что вы зашли на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, и сегодня я с вами буду делиться покупками хозяйки на заметку. Если вы любите хорошие скидки, выгодные покупки, тогда я вас приглашаю к просмотру. Сегодня я буду с вами делиться именно теми покупками, которые я совершила в магазине Магнит Косметик, и не только. И это просто покупки вот с реально хорошей скидкой, которую предоставляет иногда Магнит Косметик. Так что, если вам интересно, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начну я покупки с Магнит Косметик и закончу немножко другим магазином, который представлен в нашем городе. Первое, что я хочу вам показать, это Air Wick, свежесть водопада, антитабак. Могу сказать то, что покупала его по большой скидке, он стоил что-то, по-моему, около 90 либо 100 рублей, но запах, могу сказать честно, запах мне не понравился, мерзопакостный, но иногда воспользоваться им можно, в принципе, так скажем, неплохой. Кстати, только вот именно почему-то у этого спрея какой-то не очень, ну, плохо разработанный еще спрейчик. Ну, в принципе, неплохой, могу сказать, за эту стоимость, наверное, поэтому на него была и скидка. Следующее, что я хочу показать, это были мешки для мусора. Я впервые такие беру, это обычные мешки для мусора. Моих мешков, которые я очень сильно люблю, биоразлагаемых, к сожалению, не было. Я взяла вот эти, они стоили 56 рублей до скидки и минус 20%, естественно. Так что, в принципе, вроде бы неплохие, тут на 30 литров. Неплохие такие пакетики, я думаю, то, что, в принципе, должны будут справиться со своей непосредственной задачей. Следующее, это, конечно же, свои просто любимейшие взяла губки для мытья посуды. Я поняла, что это мои любимые губки, и я их ни на что пока менять не готова. Стоили они, по-моему, девчонки, забыла. Честно, забыла, но они стоили что-то в пределах 50 рублей. Я уже о них говорю не в первый раз, это большой размер с хорошим слоем абразивным, который в течение использования просто никуда не девается. Естественно, я купила свой любимый мастер блеск, средство для очистки канализационных труб, я о нем вам говорю тоже уже достаточно давно, мне очень сильно нравится. В этот раз его цена уже стояла 8 рублей, но с учетом того, что он был куплен со скидкой, в принципе, очень даже, все равно получается очень бюджетно. Это единственное средство, которое очень хорошо очищает канализационные трубы, что на кухне, что в ванной комнате. Следующее, что я буду показывать, и я, наверное, именно тот блогер, который, помимо того, что может вам показать какие-то косметические бьюти-штучки, я могу вам показать еще и туалетную бумагу. Ну, мы все люди-человеки, в принципе, что ж тут стесняться. Покажу вам ту туалетную бумагу, которая на протяжении определенного времени на меня реально произвела впечатление. Я понимаю то, что по сравнению с другими бумагами, она не бюджетная, по крайней мере, из сегмента этой компании. Это Зева Делюкс. До этого, вы знаете, я брала с сиренью, и одно время они были очень даже неплохие. Но в последний раз, когда я взяла не сиренью, с лавандой, я взяла туалетную бумагу, тоже 8 упаковок, сейчас буду ругаться на Зеву, они просто отвратительного качества, они достаточно тонкие, они неудобные, они грубые, так как мы сейчас у ребенка переводим на обычную туалетную бумагу, для меня актуально именно, чтобы туалетная бумага была для ребенка мягкой, потому что до этого мы всегда пользуемся именно влажной туалетной бумагой, а вот эта вот туалетная бумага, она очень мягкая и она толстая, то есть она достаточно, она стоит, у нее цена идет больше, по-моему, около 150 рублей за 8 рулонов, или, может быть, чуть дороже, но вот этот вот со скидкой мне обошлось, по-моему, 130 рублей. Я считаю, это мега удобно и мега экономично, и при том, сейчас будете смеяться, вот она открыта рядом со мной, она пахнет реально приятно. Вот мелочь, а прикольно. Так что, ну да, я вот тот блогер, который рассказывает о туалетной бумаге, и целую минуту могу об этом говорить. Следующее, что я хочу вам показать, смело могу рекомендовать эту Зеву. Следующее, я хочу вам показать бумажные полотенца, которые тоже очень сильно нравятся, это Зева. Пока другие не готовы покупать, потому что вот качество вот этих вот бумажных полотенец меня устраивает полностью. Я ими пользуюсь как в ванной комнате, я ими пользуюсь и на кухне, я их могу использовать и в хвост, и в гриву, я могу им почистить стекла, они не распадаются, не расползаются, они хорошо впитывают, можно вытирать руки, можно вытирать лицо, ну, хорошие бумажные полотенца, и на скидках их можно купить за очень даже хорошую стоимость. Вот это мне, по-моему, обошлось меньше 100 рублей. 4 рулона, это очень и очень экономично получается. Так, из Магнит Косметика это все.
следующий магазин, и это вот, вот это я понимаю, были скидки. То есть, девочки, я вам в миллионный раз показываю свои просто любимейшие хоумкары перчатки. Опять я взяла две штуки, стоили они по 80 рублей 50 копеек. Хорошие, вообще реально хорошие перчатки, которые я могу вам смело рекомендовать. Если вы встречаете эту фирму, берите, не задумайтесь, они хорошие. Следующее я взяла опять в двойном экземпляре свой любимый Шерами Актив отбеливатель. Взяла их сразу же две, потому что два по цене одного шли. То есть я потратила на них 200 рублей за две упаковки. Вот представляете, две упаковки, то есть получается, и всего лишь 200 рублей за обе упаковки. Это очень мега бюджетно на сегодняшний день, и я очень-очень довольна. Так что вот так, теперь у меня есть две упаковки Актив Шерами, и это отбеливатель, которым я в миллионы раз говорила, то что это единственный отбеливатель, который справляется с задачей удаления пятен и выбеливания белых вещей. Если вы офисный работник, и у вас серые вещи, белые вещи, особенно рубашки, со временем становятся серыми. Вот этот вот Актив Шерами справляется с задачей вот именно отбеливания белых вещей, они становятся как новыми, классные, просто свежие, любые кухонные пятна просто на ура убирает. Следующее, что я взяла, это вот такой вот порошок. В общем, этот порошок, как мне объяснили в магазине, это порошок, сделанный по китайской или по японской технологии изготовления порошка, но сделан он в Волгодонске. То есть это какое-то наше российское производство, да, Волгодонский химический завод Ростовской области, город Волгодонск. И вот этот порошок, упаковка, она приравнивается 9 килограмм обычного порошка. То есть, как мне объяснил продавец, можно использовать данный порошок не только для ребенка, но и для всей семьи, отлично отбеливает и вообще здоровски. Конечно же, попробую, расскажу вам. Стоил данный порошок 795 рублей. Была на него офигенная акция. Два по цене одного, вы понимаете? Я взяла два. То есть, получается, я купила две упаковки, 18 килограмм, всего за 795 рублей, но мне расхваливали его очень сильно, так что у меня есть повод либо на него поругаться после использования, либо наоборот похвалить и вам посоветовать. Это фирма Экозая, смело могу вам его тоже порекомендовать, если в вашем городе представлен магазин, где продается данная продукция. Думаю, как мне говорил продавец, она очень-очень хорошая продукция. И, кстати, мне не только продавец говорил о том, что это хороший порошок, мне еще знакомая говорила о том, что она с рождения использовала именно для своего ребенка вот этот порошок, и он удаляет абсолютно все виды пятен. Так что будем пробовать, и, конечно же, вам расскажу. Ну и взяла еще по хорошей скидке. Вот сейчас вот смейтесь, что хотите, делайте, но я обладательница кота, и мой кот ни в какой наполнитель, кроме деревянных, не ходит. А вот этот вот мур-мур кошачий наполнитель, вот такая вещь, у меня кот в него ходит. Помимо того, что, во-первых, это деревянные гранулы, которые небольшого размера, они разбухают, и нет неприятного запаха, и то, что у вас в квартире находится, либо в доме кот, вы вообще не поймете, потому что вот эти деревянные капсулы, они впитывают помимо влаги, они впитывают еще и запах. И в том месте, где стоит кошачий лоток, не будет никаких, знаете, вот этих, какой-то грязи, еще чего-то. То есть абсолютно чистый кот, абсолютно чистая поверхность. То есть, ну, не стерильно, конечно, но в принципе очень даже. Могу сказать, по квартире нигде нет никаких вот этих вот деревянной стружки. В общем, очень сильно нам нравится. И вот эта вот упаковка в 2,5, по-моему, килограмма. Сколько-то? Сколько это? Сколько это килограмм? 5 литров, объем 5 литров. Вот это вот объем 5 литров, и он стоил 80, меньше 80 рублей. Фирма Мурмур, я считаю, это вот такая скидка. Да, что вот так, вот такие были у меня покупки. Фух. Выдохнула. Если вы досмотрели это видео до конца, вы большие молодцы. Если оно было вам интересно и полезно, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы на меня не подписаны, но вам со мной понравилось, конечно же, подписывайтесь. Я всегда вам рада новым подписчикам. Если вы на меня подписаны, но вам не приходят уведомления, кликайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Желаю вам хороших и выгодных покупок, хороших скидок, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!